Проект «Нива». Люди. Навстречу людям. В субботу в Самарской области облачно, пройдет дождь, днем 11-13, тепла, ночью плюс 3, плюс 5, ветер западный 2-4, порывы до 8 метров в секунду. В Сызрани небольшая облачность, дождь, днем плюс 12, в темное время суток плюс 3, западный ветер 3 метра в секунду. В Тольятти облачно, с прояснениями, небольшой дождь, гроза. В дневное время плюс 12, ночью 4 с плюсом, западный ветер 3 метра в секунду. В Самаре малооблачный, дождь, днем плюс 12, ночью плюс 4, западный ветер 3 метра в секунду, атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 68%, в геомагнитном поле небольшие возмущения. Здравствуйте. Вы позвонили в банк «Нейва». Ваш звонок очень важен для нас. Но важнее то, что мы ценим живое общение со своими клиентами. Что у нас надежное и комфортное РКО для бизнеса любого размера. Банк «Нейва». Люди. Навстречу людям.